Приветствую вас в теннис-юге на нашем канале «Настольный теннис». Друзья, сегодня хочу поговорить о двух потрясающих деревяшках от фирмы Butterfly. Первое дерево, простое дерево, без карбона. Это Петер Корбель, японский. Играл я им, наверное, года три. Накладка справа у меня стоит. Тянущая накладка Digniks 09C. Слева, друзья, я играю, кто подписчики моего канала знают, что я играю шипами. Шипами такими непростыми. Шипы нападающие. От доктора фирма Killer. Killer Soft. Killer Soft — это очень мягкая такая накладка. И на деревяшке на Петер Корбеле она очень хорошо села, очень хорошо мне было ей играть, очень комфортно. И блоки можно делать было, и атаку, и где-то даже прокручивать мяч. Хочу сказать, что вообще Петер Корбель — японское дерево. Вот какую накладку вы сюда не поставьте. Вот я перепробовал на этой деревяхе разные виды шипов. Вот заходит все, друзья. Все садится, все быстро вы понимаете. Дерево само такое мягкое. Дерево контрольное. Но, друзья, ввиду того, что я себе приобрел пушку, начал, очень хочу сказать, что когда начал тренироваться, ставить себе топ справа, слева накат, и понял, что очень быстро я выбил вот эту гладкую накладку, друзья, Digniks 09C. Если мне ее прошлой накладки мне хватило, наверное, месяцев на 6 игры, на полгода, то вот эту накладку с пушкой, если я когда начал тренироваться каждый день, то за месяц накладку просто выбил. Вот эта липкость, поверхность просто исчезла вообще. И стало мне, когда я начал играть на счет, стало очень некомфортно. И что я задумал? Решил я себе приобрести новое дерево. Хотел взять себе такой же Петер Корбель. Позвонил ребятам. Позвонил Олегу. Позвонил в Харьков. И спросил, есть ли у него Петер Корбель. Хотел, думал, куплю себе такое же самое дерево. Одно дерево и накладки те же самые. Одна накладка, одно дерево у меня будет для игры на счет. А второе, чтобы не убивать накладки, для тренировок, тем более для пушки, для тренировок, там только надо движение, а как летит мяч, ну, в принципе, важно, но все равно можно контролировать игру свою. Позвонил я Олегу, и Олег мне посоветовал, говорит, ну, тоже тезка мой Олег. Олег говорит: Олег, вот есть такая деревяха Аполлония. Аполлония от Butterfly. Говорит, она, конечно, в 3 раза, друзья, дороже, но, говорит, деревяха просто обалденная. Возьми, говорит, не пожалеешь. Что меня сразу смутило в этой... почему я вообще... Я, когда начинал свою карьеру теннисную, начал я, кстати, очень поздно, в 30 лет, и меня смутило в то, что я когда... Я же сразу пришел на настольный теннис и думаю, сейчас возьму самую быструю на карбоне досточку и быстренько начну играть. Ага. И хочу сказать, что очень... Этот карбон мне вылез боком, и постоянно надо было со всей силы, если ты берешь досточку с карбоном и ударит со всей силы мяч, ну, смысла нету, ты бьешь со всей силы по мячу, он улетает за стол, поэтому первые впечатления карбона у меня были плохие. Вернулся я после карбона на простое дерево без карбона, и все, начал играть простыми деревяхами без карбона, не зашел мне карбон. Но, друзья, со временем, получается, фирма Butterfly выпустила очень такой, хочу сказать, обалденный карбон ELC и ZLC. Я попробовал у ребят. Вы знаете, скорость быстрая, но контроль какой-то, знаете, сумасшедший. Ну, решил взять это дерево. Говорю: Олег, давай купим комплект именно для игры на счет. Заказал я себе это дерево, попросил сразу помощи, говорю: поставь мне накладку справа, которая будет очень хорошо контрольная и на этом дереве будет очень хорошо сидеть. Я у него сразу спросил о двух накладках, это Digniks 80 и Tennager или 19 или 0,5. Посоветовали мне купить Digniks 80, говорит, на этом дереве играет обалденно. Взял, друзья, когда я это взял, на эту досточку первый раз попробовать, справа просто сумасшедшая. Просто скорость мяча. Когда ты вроде катаешь, вообще дерево по характеристикам своим, по скорости,
оно всего лишь на пол единички быстрее, чем Петер Корбель. И да, когда я взял и начал катать мяч, вроде бы скорость одинаковая, но когда ты влаживаешься, чувствуется контроль, чувствуется именно, как включается карбон, чувствуется, что мяч немного начинает выплевывать, но контроль, друзья, у этой доски просто сумасшедший. Я понял, что можно этот мяч колбасить со всей силы, не переживая за то, что мяч улетит за стол. Вот тот карбон, который я пробовал играть еще в 2008 году, и вот этот карбон, который уже выпустили в 2000 В каком году? Я точно не могу сказать, но Аполлонию, по-моему, в 2016 году выпустили. И вот этот карбон, друзья, это просто две большие разницы. Какими трудностями я столкнулся с Аполлонией? У меня слева играет, и слева у меня стоят, друзья, шипы от доктора. Killer Soft. Вот здесь стоят Killer Soft. Очень хорошо, комфортно. Так же самое себе я поставил на эту Аполлонию, поставил себе Killer Soft, максималку. И знаете что, первая игра на счет, второй день, как-то я не обратил внимания, что я где-то в подрезке завышаю мяч, где-то в блоке у меня мяч улетает за стол, я больше обращал внимание, что справа она лупит, я все заходил справа, такой, знаете, был адреналин, я все заходил справа, все мочил, ну классно, вообще обалденно, поймал такой кайф от этой деревяхи. Друзья, если у вас будет выбор, я вам просто ее рекомендую, просто деревяха обалденная. Я поймал вот этот кайф. И когда вот этот, знаете, адреналин там 2-3 суток проходит, и когда ты немного справа, ну я все-таки же уже в возрасте, человек не молодой, и вернулся играть к шипам, в блоке, в подставке где-то коротко, и я понял, что Killer Soft на этой деревяхе просто вообще не играет. Я в блоке, у меня мяч или в сетку падает, или летит за стол. Хочу жестко вставить, улетает за стол. Где-то хочу немного подтянуть мяч к сетке, как я это делал вот на этом дереве, на Петер Корбеле. У меня мяч завышается, соперник выносит со стола. И я задумался о том, что, скорее всего, на этом дереве, на Аполлонии, Killer Soft просто не сидит, не играет. Потому что само дерево немного жестче, из-за того, что у ней слой карбона, оно жестче, чем Петер Корбель. И мягкая накладка сюда просто вообще не зашла. Приобрел я себе просто киллер. Я просто простым киллером играл и решил взять простой киллер. Вот, друзья, поставил простой киллер, а именно вот тот первый киллер, который выпустили в 2008 году. Поставил я киллер и все, друзья, и я обалдел. И игра пошла, блоки, все пошло, все то, что надо. Все стало просто обалденно. Я стал хорошо играть, опять стал блокировать, опять разводить. Вернулась моя игра. Так, ну что, друзья, сравнил я две деревяшки. Аполлония стоит этих денег. Не все, конечно, шипы с этим деревом зайдут вам, и вы будете играть. Скорее всего, здесь мягкие накладки не пойдут. Надо немного побольше, немного пожестче. Ну, а Петер Корбель, друзья, это такое дерево. Я какие сюда накладки не ставил, вот заходит все на этом деревяхе. Я даже не знаю, пишите в комментариях, кто знает, вот какую накладку сюда поставь, чтобы Петер Корбель не заиграл. С Аполлонией немножко пожестче надо накладочки. Вот здесь у меня Дигникс 80-й, она немного пожестче Теннерджи. И киллер, простой киллер, жестче, чем Killer Soft. Ну что, друзья, надеюсь, рассказал, немного тему раскрыл. Ну, как говорится, мы не прощаемся, мы говорим до свидания. До новых встреч на нашем канале «Настольный теннис». Ну все, друзья, давайте, пока-пока, счастливо.